Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В прошлом видео вы наблюдали, да, мой поход в местный супермаркет. Кто не видел, ссылочка вот тут в описании. Заходим, смотрим. Этот видос пойдет конкретно о том, как определить, какая же главная пара стоит. Ну, в данном случае вот у меня стоит, лежит мост. Вот как его определить, не раскручивая. И причем быстро и точно. Мало кто знает, но идея не моя. Идею я посмотрел у Сергея на канале автомобилей механика Охота. Ссылочка будет в описании на более подробный видос. Этот видос я хочу записать таким более понятным, более простым языком. Без всяких научных терминов. В общем, погнали, немножко порисуем и вернемся снова к мосту. Итак, мужики, распечатал я, чтобы было более понятно, главные пары, передаточные числа. Вот сколько зубьев, ну, чтобы было видно визуально, все понятно. Вот нарисовал, значит, хвостовик редуктора, ну, так чтобы визуально все это как-то, ну, похоже, что ли, было. В общем, что я надо сделать первым делом? Смотрите, не задумывайтесь ни о чем, просто повторяйте, да и все. Кому интересно. Ноль. Пятерка. Нарисовали две цифры. Дальше делим. Вот так, вот так, вот так и вот так, да? Я не буду много объяснять, почему делается так. Более подробно можете посмотреть, еще раз повторюсь, на канале у Сергея. Ну, чуть не там нарисовал, но пойдет. Все это рисую от руки. Пишем 1, 2, 3, 4, пятерка есть, 6, 7, 8, 9. Я надеюсь, видно мой корявый почерк. Сейчас пойдем к мосту, я все покажу, для чего мы это все делаем. Дальше смотрим. Нас интересуют передаточные отношения. Смотрим. 4,1 единица. Значит, это у нас будет просто, вот так вот рядом пишу, 21,03. Передаточная 4,1. Это я делаю такую, как вам сказать, шпаргалочку. Для тех, кто не в курсе, можете потом поставить на паузу, сфотографировать, перерисовать. Ну, не буду я много объяснять, почему так. Еще раз повторюсь, более подробно полчаса видоса у Сергея на канале. Все рассказано, расписано. Просто шикарно. Так, смотрим. Троечка. 21,01. Вот она. 21,01. Передаточная 4,3. Это вот к троечке относится. Немножко неудобно из-за штатива. Сейчас я вот так разверну. А потом обратно поверну. Так, 4,4. Где-то вот здесь, между пятеркой и четверкой. Вот, редуктор будет 21,02. Это у нас 4,4. Это вот здесь, мужики. Дальше. 3,9. Это у нас 21,06. Передаточная 3,9. Это вот к девятке пририсовываем. Понятно, да? Вот теперь берем эту схему и идем к мосту. Это так я показать. Этого можно не рисовать. Это если память феноменальная, можно просто запомнить положение и запомнить передаточные числа. Ладно, пойдемте к редуктору и покажу, почему я так нарисовал.
Итак, мужики, смотрите. Вот она схема. Придавил. Ну, надеюсь, не улетит. Вот он хвостовик. Поставим как на рисунке. Отверстиями вот так. Шучу. В общем, что нужно сделать? Ну, барабанов у меня нет. Поэтому нужно зафиксировать одно колесо. Вот одену головку там на болт. Вот, полуось зафиксировалась. И сделать несколько меток. Сделать метку вверху. Вот на редукторе поставить. И на флянце. Вот. Это 0. Мы же от нуля будем считать. Вот. И сделать метку на полуоси. Вот здесь и вот, допустим, вот здесь. И теперь нужно полуось повернуть 2 раза по ходу движения. Или колесо, или барабан, без разницы. В общем, поворачиваем. Вот так, 1 оборот. И потихонечку, плавненько подводим метку напротив метки. Все. 2 оборота, мужики. При зафиксированной 2-й полуоси. И теперь смотрим. Метка у нас сверху. Здесь она отклонилась куда? На 1. Значит, здесь стоит редуктор 2103. Передаточная 4.1. Вот и все. Я не разбирал, сколько прошло времени, пока я нарисовал мелом. Рассказал вам и пришел, посмотрел на таблицу. Кому непонятно, можете сфотографировать. Вот, просто поставить на паузу, не знаю, сфоткать. Все. Если бы метка остановилась вот где-то в районе 3, да, ну так визуально представляем вот этот циферблатик. То есть 0 здесь, вот меточка у нас здесь, то есть в районе 3. Это был бы редуктор 0.1. Если вот ближе к низу, но не строго напротив, а чуть-чуть вроде так, да, вот так между... Вот, представьте, что здесь вот внизу 5, но она метка чуть-чуть не дошла. Это будет 2-й редуктор. Поэтому, если гоняетесь за 2-ми, приехали на разборку, там 20 мостов, пожалуйста, провернули полуось 2 раза, нашли себе 2-редуктора. И, соответственно, если бы меточка при 2 оборотах остановилась, не дойдя до верхней метки, то это был бы 6-редуктор. Так что, как-то так. Сереж по-простому объяснил, поэтому, думаю, без всяких там научных. Если вот так с листочком прийти, крутнуть, посмотреть визуально, да, или запомнить, вообще никаких проблем. Считанные секунды. Подписывайтесь на мой 2-й канал, лайв-канал. Добавляйтесь в группу самодельщиков. Ссылочка также в описании. Переходите на канал Сергея. Смотрите более подробный видос об этом. Человек рассказывает, старается для всех. А вы и не смотрите. Так что, возможно, кому-то будет полезно. А если будет полезно, обязательно пишите комментарий. Ставьте лайк каналу. Кто не подписан, подписывайтесь. Колокольчик ставьте, потому что будем мы еще его укорачивать на новый проект. И что-то будем делать все равно по-своему. Ладно, с вами был Санек. Если было видео полезно, обязательно лайк и комментарий. Всем пока.